Посмотрим. Новый движок, новое ускорение. Что означает фирменный набор? Не могу понять. Ни на что не влияет. Вообще, по барабану. Фирменный набор. Какая разница, блин? Может быть, на стиль? На имидж, когда выбираешь... усовершенствование внешнего вида, может быть. Так, стайлинг. Есть какие-то новые бампера? Нет. Боковых юбок тоже пока нет. Или обтекатель. Так, здесь ничего. Так, а если я сделаю, допустим, временно вот такую? Диски тоже надо лучше черного. Под цвет спойлера так намного лучше смотрится. Так, так, кольцо. Знаешь, в чем суть уличных гонок? В них есть победитель и проигравший. Победитель — это я. Угадай, кто ты. Так, ну что, ребят, 30 гонок из 111 уже завершено. Вернее, даже 31. Осталось всего ничего. Блин, хорошая Тойота, мне она нравится. Стильная такая. Уникальная наклейка у меня. Чё, мы себе такую наклеечку тоже раздобудем. Пока с Маздой очень даже неплохо. Опачки. Нормально. По своей полосе тоже неплохо. На встречку больше туда не поеду. Там реально не видно, кто едет на встречу. Когда особенно с горочки спускаешься. Опа! Блин. Сюда. 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 Опа! Класс, уже это пошло. Так, ну пока вроде нормально. Интересно.
интересный вот этот участок дороги. Здесь заносит так жестко. Ой-ой-ой. Как на дрифте, блядь. Тихо-тихо-тихо! Да что ж... Все, сейчас обгоним. Я не должен успеть. Успел. Так, здесь на выбывание. Тю, блин. Мало денежек дают, очень мало. Все бока ободрали, парни, да? И я в том числе. Так, а это, походу, она же только в обратном направлении. Хорошо. Что-то сверкает. Так, три круга, да? Нормально, выдержим. Я думаю, вполне выдержим. Так, ну вот, второй круг уже практически завершён. Что-то ребята... А, ну да, они же исчезают по одному. Все, один остался. Четыре секунды, ребят. Пять, даже пять. Пять секунд уходим от него, сказал я, и начал... Начал косячить. Вот уже не пять, а четыре. Да что ж такое, блин? Соберись, Фримах. Хорошо, 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 хорошо. Очень хорошо. Жалко, что за такие заезды дают копейки. Вот это, конечно, единственный минус. Воздухозаборник новый. Нет, уровня ничего нету другого. Так, стайлинг. Есть, наконец-то нам открыли заборники. А ну-ка заменим.
clean, cause she could that put them in her ass and me in the mind. This girl is fine, I came to the club. Что-то сейчас там мне захотелось покрасить белый. Так, диск и спойлер пусть черный остается. So bring yourself over here, girl, and let me see you get low. If you want this dude, now take it to the floor. If you want to act, ну ка удалить. А давайте наклейки попробуем. Блин, а вот цвет наклеек. Интересно, можно менять? Нет, все-таки это будет аппликация. Так, верхний слой. Блин, как цвет выбрать? Так, нет, какая-то хитрость. Так, порядок слоев. Блин, странно. Странно, а как же, правда, цвет ставить? Фух, не знаю, ребят. Пока не знаю. Ладно. Пусть пока будет так. Без аппликации. А там дальше посмотрим. Белый цвет тоже шикарно смотрится. Ко всему подходит. Белый ко всему подходит. Давай. Что-то ребятки мало набирают, блин, остальные. Совсем мало.
Последний круг. Да, ладно. Пойдет. Не дает покоя, честное слово. Блин, первый гребаный слой. Ну хорошо. Марки машин уникальные. Две, да? Ни одна не нравится. А, я понял, ребята. Марки машин, они... Да. Хочу, ребят, сказать, что марки машин нельзя изменять под цвет. Подождите, или можно? Да ладно! Да ладно, блин! Так, хорошо. У меня получилось. У меня получилось. Изменить цвет. One of my company, trying to pump me full of flush, stay level. Recognize the devil when he messing with the rebel. I'm holding metal, bring it in, bring it to the throne. Make sure my name lives on and lasts long. Number one with every song, rock a mic on. Even if my sight gone, man, you're wrong. Say you was hot as me, better chance in the lottery. Да что ж такое? Ну-ка еще раз. Вот почему-то здесь цвет выбирается, а на марках машин нет. Блин, почему? Странно. Не могу понять почему так. Кольцо.